Здравствуйте, граждане, товарищи мои, подписчики любимые, всем привет, друзья. В общем, знакомы вы или не знакомы с этим человеком Unreal? Ну, как минимум, возможно, вы слышали о таком, потому что я вот серьезно когда-то его видел или слышал, и про его рекорды в курсе был, но я сейчас просто прозрел, охренел, я замотивирован, это просто что-то нереальное. Unreal — это человек, у которого 15 тысяч кубков, пока ничего особенного. Но, внимание, эти 15 тысяч кубков он взял первым уровнем. То есть все персонажи первого уровня, вы посмотрите. Просто вы на это посмотрите. Поэтому я со своими 14к, 10 левелом, вообще просто стою в сторонке, нервно курю. Но это нереально. Это нереально. Это большой молодец человек этот. Я не знаю, он меня очень мотивирует. И реально замотивировал теперь. Я понимаю, что, блин... Надо апаться еще выше. Но я в процессе, на самом деле. Я сейчас в процессе апа, поэтому я не останавливаюсь, 14к достиг и иду дальше. Я же не слился, там у меня не было 17 тысяч, я слился, да? Но это же еще не все, ребят, понимаете? 15 тысяч кубков — это не предел. У Unreal есть свой канал, ссылка в описании. Вы можете посмотреть, как он это делает. Вообще, кто это сверхчеловек. Подпишитесь обязательно. И он пообещал мне, что если этот ролик соберет дохренища лайков, вот реально это он попросил, сказал, вот если зрителям захочется, я запушу этот аккаунт на 17, а если получится, то 18 тысяч кубков. То есть, если вы поставите дохрена, вот давайте, ну я не знаю сколько, блин. Хотелось, знаете, вот больше 50 тысяч лайков, но это вы реально сможете, это вы красавцы, блин, если вы когда набираете больше 50 тысяч лайков, это прям супер. Хочется 100 тысяч назвать, ну блин, это нереально просто, мне кажется, вот 100 тысяч вы не наберете, это надо миллион просмотров собрать, наверное. Ну, просто давайте попытаемся, вот просто, вам же не трудно, блин, что-то такого, как будто лайк поставить трудно. Поставить лайк и подписаться на канал, вот обязательно ты подпишись на канал, не кто-то, не сосед твой, не одноклассник, не Вова с соседнего двора, а ты, именно ты, прям сейчас подпишись на канал и поставь лайк в эту же секунду. Если Unreal увидит хорошую активность, кстати, на его канал также точно надо подписаться, он, представляете, всех персов запушит, и у него будет 16-17 тысяч кубков, просто нереально. Это, ну, это жестко, ребята, первым уровнем. Я сейчас вам это докажу, сейчас сам поиграю и покажу вам одну каточку, как он играл. В общем, рекламная пауза, усаживайтесь поудобнее, смотрите ролик обязательно до конца и подписывайтесь на канал. Приятного просмотра. Кстати, он просил зайти в мой клан. Опа, в моем клане 100 человек. Сейчас я освобожу место. И чтобы он зашел в мой клан. Вы, кстати, тоже заходите в мой клан. Я свой клан, ну, уже выводил в топ-1 СНГ. Ну, я же говорил, что я там долго не удержусь, потому что у меня нету таких знакомых игроков, чтобы там прям реально жестко... Так, оп, вступить. Все, я освобожу место в своем клане. Если вы тоже хотите наблюдать за моим развитием, за развитием моего клана, за мной... За Unreal вступайте, правда, прием 13к, но мы скоро сделаем 14, покикаем еще людей. В общем, смотрите, давайте посмотрим его какой-то поединочек. 3 на 3, честно, не хочу смотреть, вот серьезно, вот как-то 3 на 3 не особо хочется. Хотелось бы шедешку, вот шедешка — это трэш, я не понимаю. Давайте, вот, давайте нажимаем повтор, плюс 7 кубков тут. И это, я так понимаю, 600 кубков плюс, да, он в дуо играет. В дуо, на самом деле, реально это такой, ну, безопаснее играть в дуо, потому что, реально, напарник всегда может подстраховать, и, короче, блин, что такое, какого хрена, блин, грёбаная реклама в ВК на музыке, так бесит это. Вот, но я сегодня буду играть в соло на этом аккаунте, он мне разрешил, попросил играть только не на тех персах, которые уже на 500 кубка, ой, на 600, те, кто на 500, можно играть, сливать, ну как сливать, попытаться, конечно, не сливать, но тем не менее. Unreal играет за Джина, а его напарник играет за Леончика. В принципе, неплохая связочка, да, тем более тут от Джина одно задание, это притянуть соперника, а все за него сделает Леон. Ну, я так предполагаю. Хотя, посмотрите, какой урон проходит. Оп, и там он челики стоят. Кстати, их можно присосать сейчас. Да, он, походу, сейчас, смотрите, кольта присосет или нет? Да, целится, давай. Ну, давай. Да, давай. Оп. Оп, хорош, минус кольт. Да, ну, эта тактика, она работает, конечно. Я еще... Эту связку, ну, не именно с Леоном, а вообще в целом связку Джин плюс там какой-то дамагер жесткий, это прям реально крутая связка. Это одна из самых моих любимых связок в дуо. Вот вообще обожаю Леон и какой-то там
дамагер. Так, смотрите, они убили... А, нет, Тиму одну они вынесли до этого. А эту Тиму сейчас вот пытаются сейчас БК заберут. Но он не набил еще ульту. Он сейчас взорвется сам, Тарас. Да, чуть-чуть осталось. Оп, 1000 хп. Там никого в кустах нету. О, там, смотрите, Джин с быком, офигеть. К сожалению, ульту Unreal просрал и никого не притянули. Оп, больно было. Сейчас дикий замес пошел, и Леон будет врываться, наверное, в какую-то... Вот, схваточку, давай-давай-давай, вот это сейчас... А, Джин страхует, смотрите. Оп, хорош, Леон молодец, Леон классно отыгрывает. Давай-давай, еще тычка. Найс, вы видели? Охренеть! Это просто охренеть. Я в шоке. Мне кажется, что... Это же топ-1 или нет? Плюс 7 кубков. Нет, это топ-2, да, скорее всего. Я не знаю, сейчас сколько в дуо дают за топ-1, топ-2. Так, ну 11 кубков это жестко на самом деле. Бык может затащить. Вот, там еще и Пайпер. Да, скорее всего они проиграют, и это будет топ-2. Ну ничего, нормально. В любом случае, хорошо отыграли. Сейчас пришла моя очередь отыграть на этом аккаунте. Беру любого перса, который не на 600. У нас карта какая сейчас? Горячая точка, я не знаю, мету вам показывал или нет на этой карте. Я могу вам назвать, если вам интересно. Вообще, вы можете скачать приложение на Android и чекать, кем играть на какой карте. Ну, давайте я вам назову мету, если вам интересно. На этой карте, на опаленной... Так, блин, где же этот скрин? Лол. А вот, на карте опаленый камень, это же она? Да. Нет, это не она. К сожалению, это не она. Ладно, ну тут дальничка какого-то взять. Давайте, я не знаю, кого, блин, Пока не хочу. Пока закрысят, Шелли тоже закрысят. Вот можно на бом. Или на воробушке. Давайте на воробушке. Вот, да тут еще скин крутой. Погнали. Первый уровень, ребята, врывается. Ну, даже если я солью, то хотя бы не 500 кубков. Но я постараюсь не слить, естественно, буду стараться. Но он говорил, что в дуо проще. В дуо гораздо проще. Вот, и мне предлагал пойти в дуо с кем-то сыграть. Но, честно, я вот хочу проверить себя в соло. Вот. В принципе, сейчас это более возможно, потому что новая система апа кубков. Ну, реально, до 4-го места дожил, плюс 4 кубка дали. Ну, это же сказка, блин. Ну, Роза вообще, блядь. Ну, сука, ну как она достала, нахуй? Ну, просто бред собачий. Минус 5 кубков. Все, сейчас затащу. Сейчас. Это мой фейл. Блин, ну это гребаная собака. Роза. Достала, блин, до меня. Ах. У нее, блин, слишком большая дистанция. Хотя... Может и нет, как для ближника мне показалось. Ладно, смотрите, да, на самом деле не так уж и сложно. Тут до 4-5 места дожил, да, и уже плюс купчи. Но все равно, ребят, это одного перса. Да ты опять, блядь, меня зажимаешь. Что так не везет, блин, то Роза, то бык. О, дебил, ой, дебик. Сейчас я тебя, мудака, побрею. О, хорош. Не, на воробушке на самом деле первым уровнем играть возможно. То есть тут как бы... Ой, я вот сейчас дебил. Бык мог вот здесь быть в кустах и меня убить. Это из-за того, что я рак. Так происходит. Хотя мне повезло, что бык был не там. То есть мне повезло. Блин, не подходит бычара, сучара. Давай. Мне надо на него яд повесить. Мне надо на него повесить яд, и все. Тут, блин, не вешается. Давай. Мы тупо должны его забрать. Где он? Офигеть, как мы по нему не могли попасть. Мне бы ульту. Так. Мне бы ульту. О, 6 банок, отлично, сейчас заберем. Так. Оп, улетел. Сейчас я прилечу и добью его. Оп, Леончик, привет. Так, ну все, смотрите, эту каточку я, скорее всего, затащу. Не знаю, каким, конечно. Ха, блин, прикольно, первый уровень топ-1 взять было бы. Так, Леон сдохнет сейчас. Я подберу баночки. Оп. Кстати, Леон мог меня с тычки убить, на самом деле. Не, на воробушке, на самом деле, приятно играть. Ой, тихо, только не закрысь меня, пожалуйста, по-братски. Я очень бы хотел выжить. Так, есть. На воробушке приятно играть, хоть и первый уровень. А, да. Это все-таки Лего.
Опа, нифига, 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 у них там конфликт. Так, есть, есть, оп, и топ-1, слушайте, нормально. Катку слил, катку отыграл. Я вернул Анриэлу даже больше, чем 5 кубков. Я слил 5, вернул 10, то есть получается плюс 5 кубков от меня. В общем, ребят, я не хочу на этом аккаунте долго играть, потому что, ну, все-таки не мой аккаунт, да, не я вот это все апал. И мне очень-очень жалко, если я сольюсь, мне очень-очень жалко каждый кубок тут. Парень красава, все первые уровни, все... Ну, ребят, ну, это мотивация, это просто шах и мат всем тем, кто говорит, донат в игре решает. Вот, пожалуйста. Ну, тут, конечно, решает количество бойцов. Вот, прокачка тут, ну, такое видим, да, что можно все равно отыгрывать, как бы, естественно, она тоже решает в некоторых, ну, пассивки это классно, но играть можно, играть все равно возможно, то есть это первый уровень и не прям убожество, но сложно, все равно сложно, всех персов и, блин, это не просто 500, он их на 600 и будет дальше апать, и рекорд он хочет поставить 17-18 тысяч. Это много, это крутая цель, но вы должны поддержать ее лайком и подпиской на канал. Прямо сейчас, на его канал и на мой. Все, ребят, спасибо вам за просмотр. Я тебе желаю, Unreal, удачи. Ты реально молодец большой, это круто. Первые уровни, все на 500 плюс трофеев. Ты меня реально мотивируешь. Я себя просто таким ущербным чувствую, что, ну, я буду со временем поднимать кубки. Я вот в процессе этого, я хочу тоже где-то 18-18 тысяч поднять. Я думаю, что попытаться можно. То есть, ну, почему нет? Парень, вот первым уровнем это пушит, а у меня 10-е все. Ну, посмотрим. Скоро будет, кстати, у меня проект без доната. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Желаю вам всем удачи, хорошего настроения, не болейте. И, ребятки, скоро увидимся. Жду сегодня вечером на стриме. 2 дня не было стримов, сегодня стрим будет. Обязательно жду. Пока.